Благотворительная акция «Наши дети» продолжается, и сегодня гостей встречали пациенты Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. Ребята подготовили настоящий костюмированный спектакль, а одним из зрителей стал председатель комитета госбезопасности. Валерий Вакульчик поздравил детей с наступающим Новым годом, вручил сладкие подарки и присоединился к хороводу у елки. Безусловно, для каждого ребенка это праздник. Они, конечно, готовились к этому событию, ждали его. И скажу честно, что я тоже ждал, я тоже готовился, тоже думал, оглядывался назад и ловил себя на мысли, что-то вот как внутренняя мотивация, она добавлялась, что-то новое. Ради чего мы работаем? Мы работаем и служим ради будущего наших детей. Офицеры КГБ в подшефтное медучреждение приезжают уже около 20 лет и не только по праздникам, помогают на протяжении всего года. А сегодня сотрудники ведомства передали медицинскому центру специализированную детскую мебель.